Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Яна Самаютам Бинда Ванам Манохарам Ванча калпатару асчаки пасинд бхавача патитанам павуне бхавашна вибхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум лангхайта гирим ят кипатамахам ванде парамананда мадавам Бриндавай тулсидеббхай пиявай кесавасача Шна бхакти паде деви сатва ватвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сварасватин вясам тато жайо муди Санкетане Кришна катопадеши Гаурия патрашо пракасанеча Садану ракта гуру бхакти йогто Бхакти Прамадакх Джагодваруньо Дхайям Садапари Бхагнам Авишчадухам Титхаспадам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапала Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Виспуриджита кимапигапавадусвадарш, Пурнану рагара сасагара сарамурти, Сарадикамай кадакифангруш, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужоу канакабхадату Санкитанайкабитару камалайатакшу Вишамбару диджабару джугадхармапалу Банде ягат приякару каркаруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхаван рупе на сада наранам Ганга таранга раманья джата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пахарам Баранаси Пурапати Бхаджавишанатам Ваги Саджаша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасасти Хиде Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе.
Гаурангайка Гатирбаджаси Тамати Си Гаурадхама Стити Сасасвайка Витирку Шанга Вирати Дусто Бетхани Скити Си Рупайка Рати Санатана Нати Си Дживате Джостити Си Сиддханта Сарасвати Виджаяте Гаури Йогостипати Си Сиддханта Сарасвати Виджаяте Гаури Йогостипати. Годи Гостипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорил, что возмущаться на то, если кто-то оскорбляет гуру вайшнавов, это зовется вайшнавизмом. Шрила Прабхупад обычно говорил, что возмущаться, если кто-то пытается оскорбить гуру вайшнавов, это зовется вайшнавизмом. Если вообще у нас есть какие-то настоящие отношения с гуру вайшнавами. И вот если мы обнаружим такие отношения, нас с ними, и в этом случае для практически невозможно для кого-то оскорбить гуру вайшнава без нашей на то реакции. Может у нас... А если у нас отношения еще не развились с ними, то тогда это может быть гуру-татва, она не раздельная татва. И в то же самое время я говорил, что это неделимая татва. Гуру-татва, она неделима и уникальна. И та же гуру-татва, уникальная гуру-татва может явиться в различных формах. В различных этих. И вот гуру-татва, она может явиться в различных формах. Может, в моей жизни она пришла в форме Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. В вашей жизни может она прийти в форме Бхакти Прамода Кешава Госвами Махараджа, но это одна и та же уникальная татва. Но смотрите, Шрила Прабхупад обычно говорил, что Баладев Акор Акар Гуру Татва. Он пришел, явился в этот материальный, в этом материальном мире в различных формах, чтобы освободить обусловленных душ. Мой Гурудев, ваш Гурудев, или чей-то еще Гурудев, это не Гурударшан. Это не Гурударшан, будьте осторожны. Если кто-то делит гуру на мой и чужой, то это не Гурударшан, это Лагударшан. Это Даршан обусловленных душ. Если совершенный Гуру Даршан, он за пределами нашего сознания до сегодняшнего дня, то тогда, несомненно, наша дикша не была закончена, она несовершенна. Если она была бы совершенна, то мы поймем, что настоящая гуру-татва, то есть если гуру-татва, она за пределами нашего сознания, то в этом случае мы не сможем начать хари-баджан. Хари-баджан может быть начат только после того, как мы осознали гуру-татву, после того, как мы почувствуем непосредственно, что такое гуру-татва. И это совершенное
Санатан Вичар Шрилы Прабхупады. Это совершенно Сиддханта, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупады. Когда наши Пушпанджали лотосным стопам вашего Гурудева. И когда наши, когда Пушпанджали лотосным стопам вашего Гурудева, если они автоматически достигают лотосных стоп моего Гурудева, то тогда эти Пушпанджали, они совершенны. Любое количество цветов или усилий, они бесполезны. Мы не можем закончить, совершить Гуру-пуджу с помощью такого узкомыслия. И когда наш Пушпанджали лотосным стопам вашего садгуру, они могут автоматически достичь лотосных стоп моего садгуру, то есть они дойдут до всех садгуру, то тогда эти такие Пушпанджали, они совершенны. И уникальная возможность, которую мы можем обрести через Гуру Вайшнава Севу и их, воспевая их славу, мы можем и вот если у нас есть возможность вас прославить имя и деяния Гуру Вайшнав, это наивысшее, что мы можем сделать, это лучшее служение. И это авторитетная сиддханта всех совершенных писаний, включая Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупад говорил так, мы можем следовать вот этой шлоке, чтобы обнаружить абсолютную истину и избавиться от всякой сектарианской правды. И это совершенная сиддханта, которая дается во всех авторитетных писаниях, включая Шримад Бхагаватам и другие. Мы можем вот в этой шлоке, которую Махарадж произнесет, там описывается все это, как обнаружить абсолютную истину и избежать всяких сектантских учений. И вот эта шлока Шрутоштапам сам, вот Махарадж произносит ее. Шримад Бхагавата Махапурана. Это из Шримад Бхагаватам Махапурана Шлока и во внутри сердца Парамахам Саду Гуру Вайшнава. Верховный Господь, Он находится в таком спокойном состоянии. И вот внутри сердец Парамахамса Гуру Вайшнава, там Господь отдыхает, и вот не утруждая себя изучением различных писаний, Вед, Веданты, Упанишады и прочего, если мы не будем погружаться в это, если мы сможем служить чистым Гуру и Вайшнавам Парамахамсам, если мы можем воспеть их славу, то тогда очень запросто мы можем достичь совершенства, мы забываем об этом. Почему мы почему кто-то и вот смотрите, в сердцах чистых Гуру Вайшнава, в лотосные стопы Верховного Господа, они там, Господь отдыхает в их сердцах.
И вот и для и вот если, то есть нам, если мы можем служить этим чистым гуру вайшнавам, то нам уже не обязательно изучать Веды, Веданту и все прочие писания. И если мы будем пытаться воспевать славу этих чистых гуру вайшнавов, то тогда мы достигнем совершенства нашей высшей цели. И другая шлока, которую хочу сказать. И вот это Шримад-Бхагаватам, пятая, Шримад-Бхагаватам, это шлока, Нарада говорит перед Вьясадевой, что суть всех наших усилий из наших аскез, наших покаяний и все прочие практики, и пути изучения вед, совершения яги, повторения ведических и прочих гимнов, и сведу панишат и прочих писаний для развития гьяны и раздача пожертвований. Мы можем, конечно, это все делать, но наивысшая цель всех действий – это прославить Верховного Господа Утамашлоку. И вот все это, вот что значит адвагьян-таттва. Адвагьян-таттва – это не значит, что можно отделить и оставить преданных отдельными от Верховного Господа. Если мы воспеваем имя, славу и деяния Верховного Господа и его преданных, поскольку если мы будем изучать Бхагаватам, то увидим, что из первой части мы можем найти прославление гуру и вайшнавов, а с десятой части мы находим все о великолепной славе Верховного Господа, его лилу. И вот прославить Верховного Господа, имя, славу и деяния Верховного Господа и прославить его преданных, это стало это то, что осознают пандиты, что это цель наилучшая, что мы можем сделать в нашей жизни. Это суть всех шастр, это суть всех шастр, которые одобрили пандиты. И вот Джива Госвами Пад в его Бхакти Сандарбхи говорит, и вот что это значит? Это значит, что с разрешения Гурудева мы можем служить другим гуру вайшнавам, чтобы обрести, чтобы продвигаться в баджане, но
условия при этом, что наше служение нашему Господу нисколько не нарушено. И в этом случае с разрешения Гурудева мы можем также служить другим Гуру Вайшнавам. И вот в этом отношении я хочу объяснить это шлока, которую приводит Рупа Госвами Пад Бхакти Расамрита Синту. Саджати Расая Снегде Саду Сангу Сатоваре. И это значит, что сампрадайк, саду с нашей собственной сампрадайи, наши старшие саду, саду санга с такими саду, она очень полезна. Общение с теми саду, которые более возвышены, чем мы, оно очень благоприятно для нас. Ну, и саду они должны быть такого же настроения, как и мы, и стремиться к той же цели. То есть саду с нашей собственной сампрадайи. Но также мы можем служить саду с другой сампрадайи, но чтобы наше служение им не было причиной потери веры в нашу собственную сампрадаю. Вот это надо запомнить. Я обычно также общался с великим саду, с Рамануджа Сампрадай, например, но я всегда был очень осторожен, очень и очень осторожен, чтобы я не потерял мое собственное положение и веру в нашу сампрадаю. И вот мы также можем вспомнить, что Майя Вайдаша-сатрана полностью запрещена. И вот Майя Вайдаша-сатра, она очень и очень опасна. Мы не можем обрести бхакти, мы только потеряем бхакти. Но что случается, когда кто-то из нашей гуруварги те, кто, вот наша гурварга, например, изучает Майявада Шастру, но они изучают это для того, чтобы победить эту Майяваду. В этом проблемы нет, но для обычных преданных, для них запрещено читать какие-то описания Майяваде. И вот эта шлока значит, что саду с нашей собственной сампрадайи, те саду, которые более возвышены, чем мы, общение с ними очень благоприятно из-за той же бавы и той же цели, которую они преследуют. И вот это очень важно сиддханта всех авторитетных писаний, включая Шримад Бхагаватам и Сочетание Чайтамриты и прочее, что саду санга очень... Саду санга, она очень благоприятна на пути нашего Харибаджана. И в итоге эта саду санга очень эффективна для всех. И даже для тех, кто стремится получить, тот, кто стремится достичь совершенства. И вот такая саду санга, она очень эффективна. Она играет огромную роль на пути продвижения по пути Харибаджана. И из Чайтаньи Чайтамриты мы находим такую шлоку, что Кришна Бхакти Джанмамол Хои Саду Санга. Это шлока о том, что коренная причина Бхакти – это Саду Санга. И из Чайтаньи Чайтамриты мы находим такую шлоку Саду Санга Сарвашастрикой. И вот… И вот, видя эту сиддханту, которая описывается в различных писаниях, и вот и видя эту славу саду санги, то кто может сказать, что мы не должны стремиться к общению с Гаудия саду?
кто может сказать так, кроме демонов? И на самом деле, иногда какие-то преданные спросили Шрилу Прабхупаду: «О, Прабхупад, мы хотим идти вот куда-то, чтобы слушать Харикатху». А Шрила Прабхупад говорил: «Не идите». Шрила Прабхупад, он хотел остановить их, чтобы они туда шли, поскольку вот в том случае это была сатсанга, поэтому Шрила Прабхупад говорил: «Не идите туда». Иногда Шрила Прабхупад, у Шрилы Прабхупады кто-то спрашивал позволение получить даршан Гуру Кишурдас Бабаджи Махараджа или Вамши Вадас Бабаджи Махараджа, а Шрила Прабхупад говорил: «Нет, не нужно туда идти, вы можете их неправильно понять, и это будет причина вашего падения, это единственная причина, по которой я не позволяю вам туда идти». Шрила Прабхупад обычно давал такой совет: «Не ходите туда и сюда, не пытайтесь, не слушайте все подряд, поскольку все подряд, если будет слушать все подряд, то там далеко не все из этого будет авторитетно и совершенно». Шрила Прабхупад говорил, что по крайней мере мы можем ходить в такие, посещать такие места, где по крайней мере, где нам апаратха не происходит. В большинстве мест нам апаратха происходит, харикатхана очень редка. Харикатхана очень редка. Харикатха является с трансцендентных уст. Она является с трансцендентных уст чистых преданных, и поэтому Шрила Прабхупад хотел дать нам наставление, чтобы мы приняли прибежище в настоящем достойном источнике харикатхи. Я приводил пример, что какой-то пациент может говорить: «Доктор, о, доктор». Вот доктор может дать нам совет, что мы не должны курить какую-нибудь там марихуану и прочие наркотики, и что нужно есть фрукты, овощи, молочные продукты. Но какие-то пациенты говорят, что: «О, доктор, мы следовать, конечно, вам будем, но позвольте нам курить так же, без курева мы не можем жить». И вот такая ситуация. И те пациенты, которые так говорят, они подобны тем, кто стремится к чистому общению. Но смотрите, если кто-то стремится к чистому общению, он также должен оставить дурное общение. А как отделить одно от другого? Я много раз говорил, что это автоматически может произойти. Ваше сердце, оно может подсказать вам. И вот если мы то есть по милости Гуру и Баладева мы можем, наше сердце оно подскажет, где есть настоящий харикатха, а где нет. Но если мы все равно куда-то ходим, но мы должны избегать, по крайней мере, нам аппарат оскорблений святого имени. То есть Шрила Прабхупад говорил, что, по крайней мере, нужно слушать, ходить туда, где нам аппарат не происходит. И вот, поэтому Джива Госвамипад также говорит в Бхакти Сандарбхе, что мы не должны позволять сидеть на вьясасане всем подряд. Бхакта Сарага, вот это шлока. Есть два вида лекторов, те, кто самодостаточны, и другие, которые стремятся к имени, славе, к почету, и когда они говорят харикатху, они только оскверняют наше сердце.
Мы не то, что благо не получим, еще и потеряем наш баджан, слушая таких лицемеров, а другие, которые говорят только ради удовлетворения Верховного Господа. И вот если даже кто-то противится, пытается всячески помешать, но все равно такие преданные, они все равно будут говорить только об абсолютной истине. Шрила Прабхупад говорил, что если весь мир обернется против меня, все же я продолжу говорить об этой абсолютной истине, находясь под сенью лотосных стоп Гурупад Падмы, и я не изменю моих убеждений, я все равно буду говорить о том едином абсолюте. И вот шлока из Падма Пураны. Вот в этой шлоке говорится, что молоко идеальная пища, но если какая-то змея прикоснулась к этому молоку, то знаем мы это или не знаем, видели или не видели, но мы помрем от питья такого молока. И кто же нас защитит? И вот мы должны выбрать должный источник Харикатхи, если вы хотите поддерживать ваш Харибаджан, имя, слава, положение и прочее. Если вы хотите получить это в вашей жизни, то вы будете вынуждены совершать асасангу в различных формах. И вот асасангана приходит в разных формах, и его тяжело избежать. Но если мы на 100% решительны, что мы должны совершать сатсангу, никогда не нужно стремиться к сатсанге, и тогда в этом случае это может быть возможным. И вот тогда вы можете помочь божественной помощью от Гурварги и Верховного Господа Нитянанды. И вот Сигуру Вайшнавы, Садгуру Вайшнавы, они могут... Они оставляют за собой право не быть открытыми нашими органами чувств. Я уже говорил об этом. И вот Гуру Вайшнавы, и также Верховный Господь, они оставляют за собой право не быть открытыми нашим органам чувств. Гуру Вайшнавы не могут открыть нам две сварупы. Первая – это сокровенная, настоящая сварупа, а другая – это ванчитамая, то есть та, которая обманет нас. Гуру Вайшнавы, они очень умны, если они увидят, что мы хотим их обмануть, то они сами обманут нас. Если кто-то думает, что может обмануть Гуру Вайшнавов, то это не так, они сами обманут его. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, что каждый думает о себе как об очень разумном. Но вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что все разумны в своем собственном измерении, но не в соответствии с измерением Верховного Господа. И поэтому перед Удавой Кришна Бхагаван говорит: «О Удав, кто разумен, а кто нет?» Бхагаван Шри Кришна говорит, что тот, кто по-настоящему разумен, тот, кто защищает свою жизнь, тот, кто понимает, что наша жизнь, она не постоянна. И это единственная обязанность. Пить этот нектар, мы должны организовать этот нектар в нашей жизни. И вот Эша Будхи Мадам Будхи, вот эта шлока. Наша жизнь, она очень нестабильна, непостоянна, и с помощью этого тела, с помощью этого ума мы должны обрести наше вечное благо. И как это? С помощью Гуру Вайшнавов. С их помощью мы можем запросто обрести наше вечное благо. И Гуру Вайшнавы, они могут иметь два вида сварупа. Сварупа одна сокровенная сварупа, а другая ванчитамая сварупа, настоящая сварупа. И
та сварупа, которая может обмануть нас, то есть подлинная и обманчивая. Все гуру вайшнавы, даже Бхагаван, это их особенность. Верховный Господь может запросто обмануть кого угодно, и поэтому Верховный Господь в Гите говорит. И вот Верховный Господь говорит, что я отплачу людям согласно их служению. И вот если пришел кто-то к Господу, чтобы что-то получить от него, то Господь дает, но не дает себя. И это естественно, что Верховный Господь так обманывает нас, если у нас есть склонность к его обману. И можно вспомнить, когда 18 раз Шрила Прабхупад, он был отвергнут Гуру Кишордас Бабаджи Махараджем. И вот Шрила Прабхупад, он хотел получить дикшу от этого Парамхамса Гурудева Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа по совету Шрилы Сачитананды Бхактивинод Тхакура. И когда раз за разом, в общем, 18 раз он был отвергнут Гуру Кишордас Бабаджи Махараджем, и последний раз, когда он пришел, Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж говорил, что я спрошу у Гуру Хари, приходи в следующий раз. А когда он приходил, он говорил, что забыл спросить, и вот в следующий раз спрошу. И вот так Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж пытался обмануть Шрилу Прабхупаду, и последний раз перед Гуру Кишордас Бабаджи Махараджем Шрила Прабхупад, он заплакал и сказал: «Хорошо, вы совершаете баджан Кришне, который самый такой обманщик из обманщиков, вы можете обмануть меня и не давать мне дикши, я пойду и утоплюсь в Ганге». И Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, он побежал за ним, сказал: «Остановись, иди сюда, я могу дать тебе дикшу». И вот смотрите, люди думают, что дикша – это что-то дешевое, что нет божественного знания, что говорить о божественном знании. Я раньше говорил 10-12 лет назад о протестную книгу, что говорить о дивергьяне. У многих даже здравого смысла нет, не то, что божественного знания. Кандагьян на Бенгале – это… И вот Махарадж на Бенгале написал такие слова, что у многих здравого смысла нет. Что же? И как такие люди ожидают получить божественное знание, они получили, кто-то получил, говорит, например, что получил дикшу 30 лет назад, а сейчас занимается какой-то ересью, но это не такие действия, не доказательства получения подлинной дикши. И несколько примеров я могу привести, что, которые помогут помочь вам понять это. Как Шрила Прабхупад, как он выражал почтение Васудеву, бывшему Васудеву. Наша цель не спорить с кем-то, наше желание, чтобы открыть сокровенную Вот как Шрила Прабхупад, он выразил почтение бывшему Васудеву, так называемому Ганешу Шрилы Прабхупады, или Видьявинода. Можно изучить прошлую историю Гаудия Матхи и там это обнаружить. И вот титул, который был дан бывшему Васудеву и этому Видьявиноду. И вот был дан такой титул ему, что великий редактор Гаудия Патрики. И вот такой титул он был дан Субботсаха Сундаранандадже. И вот часто Шрила Прабхупад, он прославлял их перед публикой. И таким образом Шрила Прабхупад говорил перед публикой, что обычные люди
Но Шрила Прабхупада в итоге обманул их, поскольку они оказались обманщиками, а обычные люди не могут этого даже заметить. И вот иногда Шрила Прабхупада также предлагал какие-то деньги каким-то своим совокам. Иногда Шрила Прабхупада он предлагал какие-то такие денежные блага каким-то севакам своим, чтобы показать свою любовь, но это был обман с его стороны. И такие севаки, обманщики, по всей видимости, они не смогли понять это гуру вайшнавы. Иногда и вот они иногда могут такое настроение явить, они могут обмануть тех, кто недостаточно искренен. Они даже могут дать какой-то титул кому-то. Или какие-то деньги кому-то дать, чтобы исполнить их желание. Это случается иногда. И вот можно вспомнить одну шлоку, я говорил о ней, что о Деви Майя, Дошана. И вот эту шлоку, которую произнес Махарадж, чистый гуру вайшнава, они настолько милостивы, они настолько чисты, они не могут найти никаких недостатков в нас, в то время как мы полны недостатков. Нет, они говорят, что вы очень хороши, мы можем совершать харибаджан, приходите к нам. И вот что плохого, если какой-то гуру вайшнав, он выразит нам какое-то почтение, даст какой-то титул, они могут это делать, могут, но если они говорят так, это не всегда значит, что это такое постоянное одобрение. Как, например, Шрила Прабхупада каким-то своим ученикам давал прекрасные титулы, но потом они оставили его. Когда гуру вайшнавы, они говорят нам, что мы великие преданные, то мы должны понять, что они дают нам указание, что мы падшая душа, и мы должны возвыситься и стать таким великим преданным. Это правильное понимание, иначе они могут обмануть нас, и мы не поймем то, что они хотели нам сказать на самом деле. Гуру вайшнавы иногда могут давать какие-то титулы кому-то и таким образом они могут говорить так, но опять же это не значит, что буквально мы должны это понимать. Гуру вайшнавы они могут дать кому-то какой-то титул, но это не всегда значит, что человек полностью соответствует этому титулу. Это скорее значит, что он должен достичь того уровня. И вот смотрите, постройка, основание, создание различных большого количества храмов и принятие большого количества учеников – это не суть, не главное. Это не главный показатель величия вайшнава. То есть это не показатель вайшнавизма. Если кто-то
строит много храмов или много учеников принимает. Это не та процедура. И вот основа, постройка многих храмов и принятие многих учеников – это не свидетельство того, что не признак чего-то вайшнавизма и степень вайшнавизма. С другой стороны, я хочу сказать, степень вайшнавизма, чего-либо вайшнавизма, она определяется вот этой сиддантой, этим определением сидданты. И что же это степень чего-либо вайшнавизма, она определяется только одним вот этим утверждением сидданты. И что же это, сколько любви, сколько почтения, уважения и самопосвящения в есть. Вот в каком-то человеке к саду гуру и вайшнавам. И это есть мерило нашей преданности. Сколько любви, почета, уважения, посвящения, преданности у нас есть к гуру и вайшнавам, Бхагавану и Харинаму. Какой вкус мы получаем от воспевания святых имен. И это главное мерило преданности, на основе которых мы можем также поймать непреданных. Это буквально термометр, которым можно определить температуру нашей преданности буквально, чтобы узнать сердце. Чтобы определить, кто есть вайшнав, а кто не вайшнав, чтобы определить чей-то вайшнавизм и прочее, и так или иначе. Лицемерный саду, он не может скрыть свое лицемерие и зависть в течение долгого времени. И так или иначе, вот в течение долгого времени капот такой лицемерный саду может выражать почтение сначала, но потом, когда великие гуру вайшнавы они уйдут, то потом такое грязное сердце такого человека, оно обычно открывается не перед этим, а потом. И вот, вот смысл в том, что в общем, лицемерие, не свое лицемерие скрывать долго не могут. И оно впоследствии откроется, это сиддханта, которая сказана Шрилой Прабхупадой. И вот этот сиддханта вечера может он может предостеречь нас об этом. И вот из Шримад Бхагавата Махапурана мы находим такую шлоку в седьмой песне. И вот слушайте эту шлоку. И каково значение этой шлоки, тот, кто развил такое и вот гуру, дарователь божественного знания, если какой-то ученик, он у него есть какие-то материальные представления о таком гуру, или о Сакшат Бхагават Сварупе Гуру, тот, кто дарует божественное знание. И для такого человека все духовные действия, как слушание, и вот для таких людей, как
оно воспевание, слушание мантра, дикша, все становится бесполезным. Как омовение слона, вы знаете. Вот недавно я говорил о том, как слоны омываются. И вот слоны так омываются, идут в прекрасный водоем, наслаждаются этим омовением, и потом идут вместо полной пыли и берут пыль и посыпают себя этой пылью все свое тело. И такое слоновье омовение. И в Бхагаватам это сравнивается. И вот это сравнивается с омовением слона, что такие глупые люди приходят присоединиться к Гаудиматху, получают дикшу, иногда саньясу, и после этого какие-то проблемы только создают. Они хотят буквально поджечь, устроить пожар, и они хотят прославить себя вместо силы Прабхупады и Гаудиматха. И для таких людей все вот эти вот священные действия, включая мантру, дикшу, становятся бесполезным для такого человека, как омовение для слона. И вот мы должны понять значение гуру авагья. Этого термина, или вашнава аппарат, или десяти других оскорблений, которые в шастрах описываются. И поэтому Гурудев, он был очень милостив. Гурудев Шишила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж был настолько милостив, он хотел составить одну книгу, изучая которую у обычных людей будет возможность избегать аппаратов. И вот такие великие личности, великие вайшнавы, они за пределами нашего воображения, когда и вот когда я опубликовал биографию Шрилы Бхактивиданты Мадхава Госвами Махараджа, он сказал, что я должен поехать и купить эту книгу для него. Смотрите, какова причина, чтобы дать мне урок, какую любовь и какое уважение, как они заботятся друг о друге. Вот когда Шридхар Махарадж, он перед смертью запалил, когда-то Шрила Пури Госвами Махарадж, он мимо проезжал случайно и оставил все свои дела и заехал к Шридхару Махараджу. И если у нас нет любви Гуру Вайшнавов вам, то какой же мы демон? И так много случаев я могу рассказывать о Шриле Бхакти Прамоде Пури Госвами Махарадже, но сегодня времени мало. И вот какую огромную любовь они имели к Гуру Вайшнавам. И вот сейчас мы, если мы игнорируем и оскорбляем Гуру Вайшнавов, то если мы хотим забыть их книги и сиддханту, то это, если кто-то делает так, то это лицемерие. И вот Гурупад Падма, чтобы предотвратить это, он написал книгу «Вайшнава Парадха», называется, это на бенгали, на английском «Сердце Кришны» называется, «The Heart of Krishna». И вот мы должны понять значение вайшнава аппарати, чтобы избегать совершения этих вайшнава аппарат, включая
и все остальные оскорбления, нама, дама, аппарат и прочее. И вот перед тем, как начать баджан, мы должны понять это. Если мы находим, что наш Гурудев, он дает наставление, что мы не должны куда-то идти, чтобы служить чистым гуру вайшнавов, то таких, такого гуру нужно оставить. Это Сиддханта, который описывается в шастрах. И также Бишма говорит, кто говорит всякую ересь, не зная, что такое хорошо, что такое плохо, кто без, не разбираясь, говорит какую-то ересь против меня. И такой гуру должен быть оставлен. И не нужно никак с ним кооперироваться. Сваруп Лакшаны, Татаста Лакшаны есть. То есть главные и вторичные признаки, мы должны это прояснить, что такое Сваруп Лакшана и Татаста Лакшана. Обычные люди не всегда понимают этих терминов. Сваруп Лакшаны и Татаста Лакшана. Если вы не можете понять Сваруп Лакшана гуру вайшнавов, и вы только смотрите, сколько учеников у того или иного гуру, или сколько храмов построено, то это не главный признак гуру. Я уже объяснил вам, что значит Сваруп Лакшан. Сваруп Лакшана какого-либо объекта или человека, значит, признак, который внутри его сердца. Сваруп Лакшана, значит, Лакшан симптом, признак, который уже есть в нем. А Татаса Лакшан по действиям. Но обычно люди обычно глупы и не могут отличить обманщика от подлинного гуру. Гурупадпадма приводил пример. Однажды Гурудев шел на Гангу, в Калне это было. И вот было Питрипакша, день Махалайи, и все люди пошли предлагать воду и пинду своим предкам. И вот один Чакравати, важный человек, шел со своей панчападой и, ну, в общем, с этим, с емкостью, с водой, чтобы совершить этот ритуал. И нашел много людей там. И думают, как же посуду свою сохранить, которую он принес. И вот он очень был знаменитый, известный человек в Калне, и вот он подумал, что я должен Ганге положить в мой этот горшок, чтобы узнать его. И вот он положил глину в свой горшок и пошел омываться. А когда он пришел, то все люди, которые там были, они свои горшки тоже глины положили. Он был удивлен, как это возможно, что все тут глины насыпали в свои емкости, как я могу определить мой горшок. И так обычные люди они. Они как стадо овец. Если взять какую-то овцу и потащить ее куда-то, то все стадо за этой овцой пойдет. Но сейчас такая уж система. Не все понимают, зачем, какова причина. И также Сваруп Лакшан и Татаста Лакшан, любой васту или любой этой вещи или преданных должны быть
Какие сварублакшан, какой сварублакшан вайшнавов? Я уже говорил об этом. Огромная безраздельная любовь к гуру вайшнавам, Бхагавану и Харинаме, Наму Прабху. Будьте уверены, это сварублакшан, а другие татасталакшаны, как омовение в Ганге каждый день или совершение арчаны. Раздача просада, постройка храмов, принятие учеников и прочее. Но кто-то это делает только для того, чтобы показать другим, что они великий вайшнав. Но из своего сознания они не говорят, просто чтобы другим показать. И вот Джива Госвами Пад и вот Шринивасса Ачарья сказал такую шлоку. То есть есть какие-то люди, которые пытаются всеми силами показать, что они вайшнавы, но у таких лицемеров в итоге ничего не получается, поскольку есть главный признак – это сварублакшана. А другие второстепенные, они пытаются имитировать только второстепенные признаки, а о главных забывают. Есть 24 разных качества вайшнавов, но главное, главнейшее среди всех качеств – это Кришнайка Шаран, это Шаранагати к Кришне. Есть различные качества вайшнавов, но главное, основное – это преданность Кришне. Если главное сварублакшаны бхакти нету, то тогда все другие качества бесполезны. Все так, это просто какое-то дело не на показ. Я уже много раз говорил, это Сиддханта из Чайтаньи Чайтамриты, что Кришна Шакти Бина Нахи Праватон. Кришна Шакти Бина Нахи Праватон. Чтобы утвердить бхакти внутри других, мы должны иметь настоящее Кришна бхакти. Кришна шакти значит Кришна бхакти. И вот в Чайтанья Чайтамрите говорится Кришна шакти бина нахи парватон. Если Кришна бхакти нету внутри нас, то как мы можем проповедовать? Как мы можем утвердить бхакти внутри сердец других людей? Какие-то люди могут одурачить нас, они говорят, что это наставление Шри Чайтаньи Махапрабху. Что мое указание в том, чтобы мы пытались действовать как гуру. Пытались спасти обычных людей, но они забывают главное Махапрабху. Он никогда не говорил так, как его внутреннее значение наставления, его наставления. Это наставление его в том, чтобы мы сначала пытались стать гуру, достигли положения уровня гуру. И вели себя достойным образом, следовали вашей гуру-парампаре, совершенным образом
поскольку без гуру парампары это невозможно. Махапрабху также не игнорировал гуру парампару, и как Махапрабху может говорить неправильно. И вот эти слова, знаете, что это мое наставление, что вначале всего вы должны стать вайшнавом, потом гуру. Кто гуру, он и вайшнав. Кто вайшнав, тот и гуру. Если вайшнав не гуру, это невозможно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вайшнав, он гуру на 100%, может, он посвящение не дает никому, но через харикатху, через киртан, гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, Прабхупад или Кришнадас Бабаджи Махарадж, они все помогают нам. Они действуют как гуру. И вот Кришна Сакти Бинанахи Прабхатон, значит, в начале всего мы должны возвыситься до уровня Гуру Чаранда, уровня Гуру Дева, и тогда мы можем пойти и спасти людей. И для этого Випра, это был, для этого Брахмана был особый случай, поскольку там был Махапрабху. Махапрабху, он вложил силу в него, и поэтому он сказал, действуй согласно моим наставлениям. И в Чайтанья Чайтамрите говорится, это обычная процедура была, через которую Махапрабху начал массивно проповедовать. Он не давал никому посвящения, но Махапрабху воспевал святые имена. И вот Махапрабху шел и говорил, пел вот эти киртаны. Махапрабху была такая система, что он давал, вдохновлял кому-то, даровал силу, и такие преданные действовали. Но мы получаем эту милость, эту силу от Гуру Парампары. Во времена Махапрабху были какие-то, конечно, особые случаи, но это особые именно случаи. И вот игнорируя Гуру Парампару, Гуру Варагу, мы не можем стать успешными. Мы можем погрузиться глубоко в маю. Я могу говорить что-то в лекции о майе, о иллюзии. Майя – это единственная причина всякой борьбы и прочих проблем, но в этом случае получается, что мы сами в майе. Если мы критикуем гуру вайшнавов, то что это значит? По крайней мере, мы должны прекратить это делать. Как я уже говорил о Туласи Дасе, когда кто-то сказал: о, Махарадж, тот саду всегда критикует вас все время. Но Туласи Дас сказал: я хочу построить баджан-кутир для него перед моим баджан-кутиром. Вы не понимаете, что я хочу сказать. Он критикует вас всегда. И поэтому я говорю, что я хочу построить баджан-кутир рядом с, для него, рядом с моим баджан-кутиром, поскольку он будет критиковать меня, будет находить недостатки во мне, поскольку я не вижу своих собственных недостатков. А он будет это делать, и у меня будет возможность исправить мои недостатки и достичь совершенства. Если вы говорите, что майя – это единственная причина всех проблем, то почему вы сами боретесь, спорите, почему вы сами говорите так? По крайней мере, вы должны избавиться от влияния майи. А если вы говорите другим не совершать саду-сангу, то зачем это? Чтобы утвердить Кришна-бхакти в сердцах других, это зовется проповедь. Это настоящая проповедь. Иначе какого значения проповеди? Проповедь не значит обман.
Ну, какие-то люди, они пытаются делать все неправильно, и в итоге получается, что нет у них настоящих последователей, которые будут им поклоняться, поклоняются только за зарплату, но это не бхакти получается. Так организация – это не организация преданности, а просто какой-то бизнес, какая-то коммерческая контора. А что такое дикша? Вначале всего я хочу понять, что Шрила Прабхупад хотел сказать. Шрила Прабхупад, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами, так он обычно говорил, что перед тем, как начать проповедовать другим, должна проповедь, должна, то есть сначала себе нужно проповедовать достойным образом. Шрила Прабхупад говорил так, что перед тем, как начать проповедовать другим, сначала мы себе должны проповедовать. Если более, если вы проповедовали себе достаточно, и вот если вы проповедуете себе, проповедовали себе в достаточном количестве, то в этом случае вы увидите, что ваша проповедь, она одобрена вашим поведением, что вы ведете себя достойным образом. И вот ваше настоящее «я» может появиться из этого, и это… Такой секрет, что это станет вашей поддержкой, если вы искренне сами, если вы по-настоящему искренне, и когда думаете, что моя проповедь, это она возможна только по милости Шрилы Прабхупады и Гуруварги, и Бхакти Сиддханты Сарасвати, и Госвами Такура. Иначе кто я, чтобы проповедовать? Я падшая душа. И из-за такого смирения, оно было явлено Рай Рамананде перед Махапрабху. Махапрабху сказал: «О, ты так прекрасно говоришь, такая харикатха». Рай Рамананде сказал: «О, Прабху, я инструмент. Ты играешь на этом инструменте». И в Читании Чайтамрити говорится, что из уст Рай Рамананде Гора Хари, сам Гуру Хари говорит, и Гуру Хари он слушает также. И Бхактина такого также пишет. Можно вспомнить, как Гауде Саду. О Господь, сначала позволь мне испить нектара. Твоих лотосных стоп, и потом я могу начать говорить харикатху. О Прабху, когда я буду думать, что Верховный Господь, Он сам воспевает, находится в моем сердце, и Он воспевает славу Гауранги, а кто я? И в этом случае я могу стать настоящим проповедником. А если я думаю о себе как о великом проповеднике, о всякой Гаудимисе, она была неудачной в проповеди, то это не проповедь, это наша неудача. И такое настроение доказывает, что мы полностью провалили всю свою проповедь и не сможем достичь успеха никогда. И также мы должны понять то, что если мы уже проповедовали себе, то есть, если вы достаточно проповедовали себе, то в этом случае вы можете найти, что ваша проповедь, она уже одобрена вашим ачарваном, вашим характером, вашим поведением. И это секрет проповеди и баджана, это автоматически случится.
Вам не нужно что-то специально делать, как-то подстраиваться, это автоматически случится. И также мы должны вспомнить, что та шлока, которую использовал Шрила Прабхупад, чтобы дать нам явное представление, ясное представление о Юкта Вайраги. И также мы должны помнить об этой шлоке, которая использовалась Шрилой Прабхупадой, чтобы дать нам представление о Юкта Вайраге. И вот я обсудил уже эту шлоку и без Юкта Вайраги. Без Юкта Вайраги вся наша проповедь или Хари Бхаджан, оно кончится. И в тот день, который вы поймете, что он проповедь, она есть совершенный Бхаджан, когда мы и когда мы поймем, что наша харикатха не что иное, как наивысшее служение нашей гурварги, и в тот день, когда вы сердцем осознаете это, что наша проповедь, наша харикатха, она, это есть совершенный харибаджан, и тогда, несомненно, полная милость Юкта Вайраги, она поддержит меня, и тогда Юкта Вайраги, она поддержит меня полностью. Иначе такое чувство, оно практически невозможно. Те настоящие гаудии, преданные, те великие, возвышенные преданные, они никогда не думают, что говорить харикатху – это потеря времени. Они никогда не думают так. Вся наша гварга, Сидар Госвами Махарадж, Кешав Госвами Махарадж, можно пойти в историю жизни и найти, что перед тем, как оставить тело, Сидар Махарадж сказал, он говорил несколько раз харикатху в день. Если нет жизни, суть жизни, прана, что значит? Это шаранагати. И если у нас нет этого шаранагати, то как мы проповедовали? Прана, значит, Бхактивинода Тхакура говорит, жизнь главная проповеди – это шаранагати. Самопредание и автоматически сила, она явится и через нас. Нитьянанда может распространить свою милость на всех, если мы на 100% преданы. А если у нас нет такой преданности, самопредания, то мы не можем надеяться, что через нас Бхагаван распространит милость на других. И вот обычно великие вайшнавы, они проповедуют. И также есть много обманщиков, они тоже проповедуют под именем проповеди, какой-то ерундой занимаются. И вот это достойный Сиддханта Шрила Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Но обусловленные проповедники, те обусловленные эти люди, которые пытаются проповедовать, они используют свою проповедь как какой-то инструмент, чтобы собрать лабха, пуджа, пратиштху, то есть деньги, славу, почет, уважение и прочее. И обусловленные проповедники, те, кто проповедует, чтобы как-то мешать всему миру, они используют эту свою проповедь для сбора лабхи, пуджи, пратиштхи и прочего. И вот
И вот с помощью этого они пытаются просто как-то одурачить людей, чтобы одурачить обычных людей. Ну вот у лицемеров такая главная программа – одурачить как много больше глупых людей. Всегда они пытаются как-то сделать какие-то новые проекты по одурачиванию. И вот они делают это, чтобы под именем различных этих проектов они могли собрать кучу каких-то денег или славы, почести, чтобы использовать не по назначению. И сколько пожертвований, которые они собирают, какую часть они используют достойно, кто проверит это. И вот так они живут, как хотят, такие лжепроповедники. И вот какая особенность Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады, какова его особенность, если кто-то хотел дать что-то ему, если кто-то хотел дать ему что-то, какое-то пожертвование Шрилы Прабхупаде с каким-то особой идеей и говорил, как использовать эти пожертвования на какую-то определенную цель, то тогда Шрила Прабхупад отвергал такие пожертвования, говорил, что мне ничего не нужно, уходите. И вот если кто-то давал какое-то пожертвование Шрила Прабхупаде и говорил, как ему использовать эти деньги для какой-то, для какого-то дела, то Шрила Прабхупад, он отвергал такое пожертвование, говорил, не нужно мне это, забирайте. Это был принцип Шрилы Прабхупады. А почему? Шрила Прабхупад обычно говорил, что если это моя обязанность думать о вашем вечном духовном благе, и поэтому как занять и в чем занять ваши пожертвования, это мое личное дело. Вы не должны влиять на это. Если вы вообще имеете веру в меня, то тогда почему вы не оставите все это на меня? Это моя обязанность, моя под именем духовной миссии или организации Шрила Прабхупад, он никогда не позволял никакого бизнеса, никакой коммерции. Шрила Прабхупад никогда не позволял никакого бизнеса под именем духовной миссии организации. Шрила Прабхупад никогда не позволял никакого бизнеса. А сейчас мы видим, что если мы следуем Шриле Прабхупаде, так или иначе, кто-то может говорить какую-то ересь против нас. И вот кто-то может говорить, как это возможно, поддерживать нашу миссию. Если мы будем следовать Шриле Прабхупаде, это невозможно. Вот какие-то люди так говорят. И эти люди говорят о себе, что они из Гауди Матха, но я очень сомневаюсь, что у них вообще есть какая-либо связь с Гауди Матхом. Даже запаха Гауди Матха нету.
И вот под именем духовной миссии организации Шрила Прабхупад никогда не позволял заниматься никаким бизнесом, никакой коммерцией, никакими гестхаусами, бандарами или туризмом, или еще чем-либо. Это не было позволено в то время. Шрила Прабхупад, он всегда хотел доказать, что Сиддханта Вичар, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, и что это, каково, что за Сиддханта? Вот в этой шлоке говорится: если я приму что-то от материального человека, от Вишоя, и вот если мы примем что-то от наслажденцев, еду какую-то, например, или еще что-то, мы не сможем воспевать славу Шри Чайтанья Махапрабху, мы не сможем говорить харикатху. Если будем жить на Мадхукаре, на Бикше, то тогда для нас то будет возможно только говорить настоящую харикатху. Можно вспомнить, когда отец и брат отца Рагунатха Даса Госвами Хираня Гавардхан, они все служили гуру и вайшнавам все время. Тысячи рупий они тратили на это. Это огромное дело. Деньги были в то время. Они совершали гуру и вайшнава севу, но это не было настоящим служением. Почему? Махапрабху сказал, что они не вайшнава, они как вайшнава. Вайшнава эти прай. Подумайте снова и снова об этой седанте. А сейчас, если кто-то нам дает 10 тысяч рупий, то часто такие люди восхищаются и дают всякие привилегии таким людям. Сами начинают служить тем людям, которые дают пожертвования. Но это неправильно. Мы не должны становиться слугами таких материалистов, и поэтому в Бхагаватам Шукадев Госвами говорит громко, как лев, вот такие слова. Почему эти саду, они пытаются служить слепым материалистам? И вот в какой-то день я могу более подробно обсудить вот эту шлоку, что такие слепые люди, садху вайшнавы, зачем они льстят им? Кришна, Верховный Господь, Он поддерживает бесчисленные браманды. Даже мусульманский один поэт, он описал. Он... И вот он говорил, что и вот, в общем, Сиддханта Махапрабху, то, что если мы будем принимать что-то от материалистов, то мы осквернимся. И вот если Махапрабху говорит, если мы примем рис, от рис имеется в виду, еда какого-то или еще что-то от такого духовно слепого человека, я уже вот вчера говорил о случае с Махинда Чандрой, и вот если наш ум не чист, то мы не сможем говорить харикатху, и вся Сиддханта, и все остальное, оно не может проявиться в нашем сердце, и как мы можем говорить харикатху, если мы не сможем поддерживать нашу чистоту. Если наш ум, он осквернен, то мы не сможем помнить Кришну и Кришна-катху. И это Сиддханта Шрилы Прабхупады. Только Мадхукари Бикша, она была позволена во времена Шрилы Прабхупады. Вы знаете, многие ничего не знают. Только Мадхукари Бикша была позволена во времена Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, как лев, говорил, что по
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад говорил нашими усилиями преданных Гауди Матха, круглосуточными усилиями тех преданных Гауди Матха, то сколько собрано пожертвований ради служения Шишарада Говинди и Гуру Хари, то будьте уверены, что каждая копейка этих всех пожертвований, оно займется для единой цели, и никто не будет наслаждаться ни копейкой этих денег, которые собраны ради служения Господу. Смотрите, что сказал Шрила Прабхупада под именем Юкта Вайраги. Всякая ересь происходит иногда. Те, кто в Майаваде, они, будучи в одежде саду, в одежде саду Гуру Вайшнавов, они готовы просто наслаждать свои чувства и из прославления Шримад Бхагаватам, из Падма Пураны. Много раз я говорил об этом. Мы должны вспомнить, это уже сказано Шукадев Госвами, кто такой Шудра, тот, кто всегда жалеет, сокрушается, что то потеряет, все потеряет, пожертвования мало дают, там еще что-то. Такие люди, которые всегда обо всем жалеют, они шудрами зовутся. А Шрила Прабхупад сказал, в любой ситуации, в какую бы мы ни оказались, мы должны относиться к этому как к милости Шри Кришны, мы должны быть довольны, мы должны думать, что это милость. И вот шудрам, и вот те, кто шудры, они не преданные, они неправильно используют божественное знание, которое есть в Гауди Матхе, злоупотребляют им. И вот они даже могут носить одежду саньяси, чтобы жить на пожертвования. Ходят и собирают пожертвования, говорят, что не саньяси, как Равана, он тоже надел однажды одежду саньяси, и мы видим, чем это закончилось. И вот шудры. Они собирают иногда какие-то пожертвования, чтобы жить на них. Они хотят наслаждаться своей жизнью, занимаясь этим, и падшие души. Они не дармики. Они не религиозные люди. Они говорят харикатху, как Дурьотхан. И иногда такие люди занимают положение на Вьясасане, но мы не должны допускать их, иначе они осквернят всю парампару, всю систему, будьте осторожны. Но мы должны помнить, это совершенная сиддханта, это совершенный вечар без применения и вот без применения этих принципов Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура мы никогда не сможем поддерживать Гауди Матху. Гауди Матха не может существовать с помощью каких-то богатых людей. Это невозможно. Но какие-то люди думают иначе. Они спорят со мной не сейчас, а раньше, лет 20 назад, я еще говорил,
Мне отвечали, что как возможно для нас поддерживать Гаудия Матх, если мы будем следовать Шриле Прабхупаде. А мне смешно было, что вы с Гаудия Матха говорите такую ересь, когда Шрила Прабхупад и Гурудев говорили, что не применяя на практике всю седанту, все принципы Шрилы Прабхупады, никто не может поддерживать Гаудия Матх. По-настоящему, конечно, общество, слепое общество не могут поддерживать, но не Гаудия Матха. Гаудия Матха, точнее, слепое общество, оно может контролироваться какими-то слепцами. И вот Прохлад Махарадж говорит, что не могут такие эти удобства получить, что и могут обманывать весь мир. И в итоге попадут в ад вместе с их последователями, будьте уверены насчет этого. Любое количество чтобы поддерживать существование Гаудия Матха достойным образом, ничего, кроме принципов Шрилы Прабхупады, не поможет. А какие-то люди возмущаются, что поддерживать Гаудия Матха невозможно на основе наставлений, которые дал Шрила Прабхупада. И такие глупые люди, они говорят так, они торговцы, они участники Гаудия Матха. И вот слепые люди, они ведомы другими слепцами, и как они могут сказать, говорить так? Это может доказать, что они не имеют никакой связи с Гаудия Матхом. Нету никакой запаха даже, никакой связи с Гаудия Матхом. Сарасват Гаудия преданный, он никогда не может говорить так. Почему они оскверняют все Сарасват Гаудия общество? Почему они не уходят из этого общества? По крайней мере, чтобы прекратить его осквернять. И это наш вопрос. И не применяя принципы силы Прабхупады, Гаудия Матх не может быть, не может существовать, никто не может поддерживать Гаудия Матх. Многие забывают это, такие люди, точнее, забывают это. И поэтому они совершают ошибки снова и снова, они обманывают все общество, весь мир. Если, и вот вопрос, если искренность, правдивость, если это основа нашего баджана, и мы пришли, чтобы совершать баджан, кто зачем пришел в Гаудия Матх, чтобы совершать харибаджан, и если искренность – основа нашего баджана, то почему? То почему и как вы хотите скрыть абсолютную истину, почему вы гневаетесь на меня, если я говорю об этой абсолютной истине? И также мы должны смотреть. Сейчас мы должны обсудить детально текущую ситуацию и посмотреть на то, что было во время Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. И вот читание Чайтамриты, читание Бхагавати в авторитетных писаниях можно найти как тысячи преданных. Они пытались служить Шри Чайтанье Махапрабху, они
не спорили друг с другом, и как уникально они служили Шри Чайтанья Махапрабху, и их общая цель была удовлетворение Шри Кришны Чайтанья Махапрабху всем сердцем. Это была их единственная цель, которая у них была, и они делали все для того, чтобы Махапрабху был доволен. И поэтому великая гармония была в то время. И вот тысячи преданных, они автоматически были в гармонии. Можно видеть, они танцевали, пели, обнимались друг с другом, принимали прасад, совершали санкиртан. Почему? Они были все в гармонии, в то время как мы новое общество какое-то начинаем, если какой-то матч, какой-то мадер, и организуем этих управления, какие-то юридические моменты, много участников, которые, к сожалению, слепы, но думают о себе как о разумных и принимают какую-то ересь, как политики. И так случается, что они не только сами погибают, но и своих последователей губят. И как это возможно сейчас, что мы разные общества организуем, но все же мы не можем вести наше общество должным образом, а как мы, наше общество может быть, сможет существовать. И если цель такого общества только какая-то коммерческая деятельность, то что толку? И также материалисты, которые сидят в управлении вашей организации, они не чистые преданные, какие-то слепцы, и они ведут и какие-то указания, пишут какие-то указания, но они ничего не решают, поскольку бхакти – это единственное решение всех проблем. И вот Шрила Прабхупад говорит: «Мой Гурупад Падма Парамахамса Шрештха, внешне мы не можем найти, что он как-то образован, но будьте уверены, он знает суть всех писаний и суть всех шастр». Можно в практической форме найти в жизни моего Гурупад Падмы в этом его великолепие. Внешне вы не можете найти, что мой Гурудев как-то образован, но будьте уверены, любые проблемы, которые возникают в этом мире, мой Гурупад, он может безупречно решить любую проблему. Он может найти безупречное решение любой проблеме. Очень просто он может решить, поскольку бхакти в нем, Кришна внутри его сердца. И вот обычно я цитирую этот пример, что если я хочу нарисовать круг циркулем, и вот если один круг нарисовать потом, и смотрите, если центр будет один, то можно бесчисленное число кругов нарисовать, и они не будут пересекаться. Но центр этих кругов будет один, и ни один из кругов не пересечет другой круг, но если центр каждого круга будет сдвинут хотя бы на миллиметр, то мы обнаружим, что круг с отклонившимся центром он будет пересекать все другие круги. А что это имеется в виду? Имеется в виду, что если у нас общая цель, чтобы Верховный Господь был доволен нами, и если у нас есть такая общая цель, и все саньяси со всего мира, если у них одна единая цель, это не какое-то лицемерие, а именно настоящая цель, то
тогда можем обнаружить, что гармония есть и нет никакого борьбы между друг другом. Сейчас борьба происходит из-за того, что каждый член этого правления, они свои идеи выдвигают, которые отличны от других идей, других участников. А все смотрят, стремятся к своим личным корыстным мотивам, и нету такой единой цели, и поэтому споры возникают, борьба разная, и никто не может остановить это. И вот такая ситуация сейчас. И вот если у нас есть бхакти, если у нас есть любовь, то тогда мы можем прийти в гармонию. Я видел в моей собственной жизни Группад Падма Шрила Пури Госвами Махарадж, он в пожилом возрасте был, он сидел на своей кровати, полуспал, он даже сидеть не мог прямо, но я видел, сколько гармонии вокруг было. Просто из-за того, что Группад Падма был, Гурудев любил меня, он благословлял меня. И я однажды поймал взгляд Гурудева и его улыбающееся лицо, оно было больше всего для меня. Если кто-то меня ругал, то потом я вспоминал Гурудева, и мне все равно было. А точнее, потом, если даже беспокоиться, то потом, когда приходил Гурудев, и Гурудев смотрел на меня, я сразу забывал об этом. И вот Группад Падма пример приводил, что такого идеального поведения от каждого ты не можешь ожидать, они обусловлены душой. И вот ты можешь ожидать это только от Гуру Вайшнавов. И вот если ты сможешь вспомнить случай с Триданди Бхикшу, Группад Падма, он говорил об этом случае с Триданди Бхикшу и с Бхагаватом. Гуру Махарадж говорил: о мой сын, посмотри, как люди оскорбляли его, как говорили всякую есть ему, но все же он не обижался и не возмущался, поскольку он решил, принял саньясу маунаврату. И вот Группад Падма говорил эту шлоку и такой пример приводил. Мои дети, вы должны помнить о этом случае с Триданди Бхикшу, чтобы развить ваше смирение и терпение. Если вы развьете ваше терпение до наивысшей степени, то вы, несомненно, станете чистым вайшнавом. Вы сможете распространять милость среди тысяч людей. Может, они будут пытаться убить вас или избегать, но так или иначе они вскоре осознают, что вы никогда не хотели обманывать никого, а просто распространяли послание, обусловленное абсолютно истиной. А вот эти люди из своей глупости, они не могли этого принять. И вот чистые гуру вайшнавы, они иногда говорят очень жестко, чтобы изгнать майю из сердец обычных людей. Они очень жестко говорят, это подобно лекарству, чтобы изгнать майю из их сердец. Они помогают им достичь совершенства, но, к сожалению, они недостаточно удачливы, что думают, что гуру вайшнавы — это их враги. Мы хотим бойкотировать их харикатху, их общение с ними. Но вот и кто так делает, это, конечно, их
дела и то, что они в итоге вскоре в аду окажутся, то это и тоже их дело, как, какое отношение это к нам относится. И так я буду продолжать говорить о славе Шрилы Прабхупады и о его уникальной сиддханте, которая подобна революции. Вы должны слушать и распространять эту харикатху, чтобы тысячи преданных услышали, новые преданные и старшие. Все должны понять совершенную сиддханту Шрилы Прабхупады, чтобы защитить себя от падения и разрушения. И те, кто выступает против Гаудия Матха, возвышенных преданных Гаудия Матха и таких великих преданных, как Шрила Шридхар Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Бхакти Праген Кешава Госвами Махарадж, Бхандев Госвами Махарадж, Бхакти Вайбхав Пури Махарадж, и вот Махарадж всех перечисляет, Гур Бхакти Гуравай Канас Госвами Махарадж и прочих великих преданных, которые являются жемчужинами Гаудия Матха. Кто сказал, чтобы мы не слушали их харикатху и не изучали их наследие? Кто сказал об этом? Мы хотим убрать его имя из списка вайшнавов навсегда. Баларам это сделает. Я думаю так. И вот нет, такой человек не получит никакой милости, он потеряет свою жизнь навсегда в бесконечности. Гаурангай кагатир баджасритамати си гаурадхама стити си Гаурангай кагатир баджасритамати си гаурадхама стити Сасасай кабитир кушанга вирати Дусто вета нискрити Сирупай карати шанатана нати Сиживате жостути Сисиданта сарасати бижаяте Гаурия гости пати Сисиданта сарасати бижаяте Гаурия гости пати Суджанар Бударадито Падо Джугам Джугадхарма Дурандара Патро Барам Барадабхая Дайо Капуя Падам Панамами Сада Прабхупаду Падам Панамами Сада Прабхупаду Падам Панамами Сада Прабхупаду Падам. We all going to pray unto the lotus feet of our Lord. И вот мы молимся лотосным стопам нашей Гуруаги, особенно Шри Прабхупады, чтобы он благословил нас, чтобы мы поняли, что такое баджан.